Деду Морозу. Попросили им прислать самую красивую пушистую елку. Вылепили ребята снеговика и вручили ему письмо. И наказали отнести Деду Морозу. Стал снеговик в лес собираться, а Бобик с ним просится. Они даже не представляли, какие их ждут приключения. Пошли снеговик с Бобиком, а там заяц бежит. Они про Деда Мороза спрашивают, а зайца нет времени. За ним лиса гонится. Бобик тоже следом побежал, а снеговик один остался. Вдруг началась метель, задрожал снеговик и рассыпался. Вернулась Алиса и догнала зайца, увидела письмо, схватила и убежала. А за ней сорока полетела. Вернулся Бобик, нет снеговика, расстроился. Заяц и белки помогли слепить снеговика и отвели их медведю. Там и выяснилось, что письмо пропало. А медведь сказал, что без письма елку Дед Мороз не даст. Тут прилетела сорока и принесла письмо. Оказывается, тогда она полетела за лисой, увидя, как волк и лиса дерутся. А письмо упало на снег и лежит рядом. Сорока схватила письмо и улетела. Повел медведь снеговика к Деду Морозу. Прочитал Дедушка Мороз письмо. Отметят ли ребята Новый год с главной колючей красавицей? Узнайте, прочитав сказку.